Been there, done that. Sorry? Fast cars. Houses, exotic parts of the world. У него мечта быстрые машины, дома в экзотических местах мира. What are you doing to make your dream come true? I don't have to do it. You have it already? Yeah, it happens when I wake up in the morning. Вот это случится, когда он проснется утром. What is your name? Bob. Bob's order. Okay. Thank you, Bob. Thank you very much. Who are you? Are you looking after these girls? Sorry? Иди сюда, Наташа, иди сюда. Давай, давай. Мне стыдно. Боб, Наташа, все очень классно. Ничего, ничего, я все переведу. Like hard work. You're both lovely, but your hard work as well. It's a case of it's not just the physical attraction. It's a case of finding out what makes you tick. I understand. No, you see, we came across into this rugby competition. Scottish boys, well, we won. We beat them. But we were, you know, everybody else was telling us how marvelous. Ничего не понимаешь, что он говорит. Да. Он очень сложный диалект. We are just very он на каком? На... So where are you going now? Происходят тусовочки. Очень много молодежи, ну и как вы только что видели, есть представители. Hello, welcome here to Malta. This is the main street of the party called Batuel. We're making an interview with me. My name is Max. I'm working here as a promoter. What is your name? Anzor. Anzor, nice to meet you, Anzor. Nice, my name is Max. Once again, have a nice evening. Спроси, чем занимается человек. What are you doing? Я промотер, короче. А, промотер, на русском говорю. Говоришь, с этого начинать надо было сразу. Расскажи, как здесь вообще протекает жизнь? Вообще, по-разному, зависит от того, какая жизнь. Ты давно здесь? Здесь вообще 2 недели. 2 недели. Откуда сам? Сам из Воронежа. Воронеж. Работаешь, учишься? А, работаю вот в этом клубе, замечательно. Ты похож на них. Я на них. Потому что у тебя причесон такой. Нет, я ни на кого не похож, я единственный не повторяю. Только на себя, да? Похож на этот тоже, все равно на этот народ, на эту народность. Да? Как зовут? Это я просто как загорел уже, Макс. Макс, меня Анзор зовут. Макс, скажи мне, пожалуйста, тебе здесь как вообще, по кайфу? Вообще или... офигенно, да. Офигенно, да? Солнце, лето, море. Ты сюда учиться приехал? Нет, я сюда приехал жить. А, ты уже жить приехал? Да, я приехал, наверное, на 4 дня, на... Как это? Уикенд? На уикенд, да. Решил, а почему не остаться? Вот я здесь, вот работаю, снимаюсь.
То есть быстро на работу устроился? Ну, я такой общительный человек, поэтому у меня... Проблем не было, да, нет, на работу устроился? Можешь сказать, сколько стоит здесь жилье, сколько стоит месяц проживания, если ты узнал эти примерно вещи? Примерно квартира, допустим, ну, зависит от стандартов, конечно, тоже. Ну, в районе 300-400 евро в месяц. Можно снять, да, 300-400? Это однокомнатная, двухкомнатная? Двух, наверное, да. Даже двух? Да. А на, у тебя вот, вот ты две недели здесь? Ну, как? Я пока в отеле. Ты пока в отеле. Да. За сколько платишь за отель, если не секрет? 20 евро в ночь. За 20 евро, да, входит? 20, 15. Там, если договориться, можно и за 10. Ага. Я еще пока что не договорился, но я в процессе. Понятно. Ждешь своего часа? Конечно. Да, если просто, он найдет. Что тебя, про вот, скажем так, как ты вообще рванул? Что тебя побудило приехать сюда? Ну, во-первых, меня друзья пригласили просто на вот этот уикенд. Отдохнуть. Да, я думаю, ну перед тем, как поехать, надо какие-то видео посмотреть, сделать небольшой ресерч, посмотреть, что здесь как. Узнал немножко больше, подумал, почему нет, классно, море, здесь тепло, летом вообще жара, ну зимой, конечно, прохладно, но относительно прохладно, как? Да-да-да. С Россией не сравнить, это точно. С Воронежем не сравнить, нет, я там нет. Зимой я бы не хотел там быть. Ты один или семья? Один. Один. Домой думаешь ехать, нет? Нет. Не хочешь? Пока то что нет. Уже это я здесь буду точно. А вы, ребят, надолго? Мы вот Анзор ТВ, видишь? Ага. Вот, путешествуем, едем в Голливуд, да. Скажи мне последний вопрос. Мечта есть у тебя какая-нибудь? Ну, как есть, я музыкант вообще. Ага. Вот. Играю много на чем, занимаюсь музыкой. На данный момент немножко глупо с этим, потому что, ну, я только приехал, еще пока никого не знаю. Но тоже, это тоже все в процессе. Я думаю, за лето все устаканится. Да, да, да. А мечта, чтобы что-то написать? Ну, стоять на сцене играть. Стоять на сцене играть, да? Перед многочисленными. А какая музыка? Какую музыку играешь? Поешь диджеем? Музыкантом, именно. Гитаристом, нет, не пою. Ну как пою. Ну в душе иногда, да, бывает. На похоронах и свадьбах, да? Ну да, да, да. Правильно, нормально. Макс, что мечты твои исполнились? Я так понимаю, ты что-то для этого делаешь хотя бы, нет? Ну как, я общаюсь с людьми, это самое главное, быть общительным. Чем больше людей, как бы ты знаешь, чем больше позитивных людей ты знаешь, ну так сказать, хороших людей, тем легче тебе будет в жизни. Не то чтобы я иду по самому легкому пути, нет, но... Это не легкий путь. Нет, ну все же. Какой-то готовый репертуар уже есть или еще нету? Не, ну как, свои песни есть. Свои песни есть. Уже ты их можешь спеть, исполнить? Спеть, у меня инструментально. Сыграть. Да, то есть, если тебе сейчас, грубо говоря... И, грубо говоря, если тебе сейчас дать шанс, вот ты приехал сюда, правильно? Да. Сейчас, допустим, ты вот общаешься, как ты говоришь, тусуешься, раз какой-то тебе говорит, там, продюсер или кто-то говорит, Макс, вот, давай, покажи, сможешь что-то сделать, показать? Конечно. Чтобы людей заинтересовать. На инструменталке, да? На телефон, да, обменяйся. Отлично. Спасибо, Макс. Друзья, вот так вот люди живут на Мальте. Как видите, приезжают с Воронежа, с любых точек и двигают свои темы. Смотрите, Анзор, все зависит только от вас, двигаемся в Голливуд, солнечную Калифорнию. Спасибо.